Клара Мардановна Филиппова – одна из лучших организаторов культпросвет работы в республике. Делегат 4-го съезда работников культуры Татарской АССР. Киртанский дом культуры один из лучших в районе. Сюда люди сами идут, потому что интересно. Посвящение в хлеборобы, чествование лучших колхозников. Драматическую студию открыли. Вокальный ансамбль и ансамбль песни и пляски известен всему району. Хорошо танцуют девчата. Готовятся к концерту в честь 50-летия СССР. Съезд закончил работу, а работа Клары Филипповой продолжается.